Добрый день. Сегодня поговорим об участившихся случаях недобросовестности проверяющих. Ну, не проверяющих, даже пломбирующих. Например, как газовые счетчики, ну, электрические тоже пломбируют. Видите, здесь специальная на гайках дырочка под проволоку. Если у вас она не заведена, а, например, обматывают как-то так и пломбируют, не заводя в эти дырочки, то это считается нарушением. То есть следующий там, ну, вы на галочке будете стоять, и при обходе вас просто нахлобучат то, что вы сами опломбировали счетчик. Или, например, пломбируют наклейками. То есть ставится наклейка, приклеивается, да, и они немножко отдирают и опять приклеивают. То есть, не знаю, здесь видно сейчас, срабатывает линия. Сейчас, может, получше будет видно. Вот. То есть, получается, срабатывает. Ну, там и надпись open или еще что-то. То есть она ставится, немножко сдирается и опять ставится. И опять вам вы на галочке приходят, нахлобучивают за то, что была нарушена пломба. На таких пломбах. То есть антимагнит. Ну, также на наклейках антимагнит. То есть, как видите, она вот должна быть с рисуночком. Они ставят, видите, все сработало, рисуночка нет. Они ставят такие пломбы. Очень часто вот люди обращаются и говорят, у нас вот такое именно. Я говорю, это сработавшая пломба. Говорит, нам такую поставили. Опять же, значит, люди на галочке приходят и за сработку антимагнитной пломбы опять же нахлобучивают. Штрафы ого-го. Ну, вымогательством занимается, скажем так. Ну, вот то, что не ломают часто, ну, то есть вообще должны при пломбировке завернули и сломать это. Вот в таком пломбе. Но часто не ломают, ну, я думаю, что это не со злого умысла, а просто они не в курсе, что надо ломать. Их так обучают. Ну, кто-то ломает, кто-то нет. Я считаю, что это не, пусть будет не нарушение. Обращайтесь. В любых случаях мы вам поможем. Даже если вас поймали, оштрафовали, и вы не знаете, что делать, то есть обращайтесь, мы вам поможем. Либо заметили вот эту некондицию, скажем так, обращайтесь, также вам поможем.